Ну и в завершение, друзья, хочу акцентировать внимание на паре моментов. Этот робот – это ваш трудяга-помощник. Он избавит вас от огромного количества рутинных действий. В принципе, ему можно поручить очень много чего. Но это ни в коем случае не волшебная палочка. Очень много зависит от того, насколько хорошо, качественно и тщательно вы его настроите. Подойдете к делу с чувством, ваши аккаунты будут жить вечно, будут приносить вам прибыль, будут радовать вас и ваш кошелек. Вы подойдете к делу на так себе, соответственно, так себе результаты получите. Также работа с одного аккаунта не приносит особо прям такого заметного прироста производительности. Как только вы освоитесь с работой на одном аккаунте, просто вам рекомендую либо докупить аккаунтов вот недорого в магазинах специальных, либо, как это сделал я, просто докупить на симки. Бывают акции, распродажи какие-то по симкам. Купить симки, на них зарегистрировать аккаунт и симки положить в шкафчик, пускай они лежат на всякий случай. С такими аккаунтами гораздо интереснее работать, они навсегда ваши. И в случае каких-то там неприятных моментов вы всегда сможете разморозить и так далее, продолжать работать. Далее, на чем хочу акцентировать внимание. Если вы работаете с аккаунтов больше, чем с 5, с одного домашнего IP, я рекомендую вам использовать прокси. Прокси надо брать не абы какие, брать хорошие, качественные, индивидуальные прокси. Под этим роликом есть ссылка на хороший магазин, где продают прокси, проверенный, очень многие люди пользуются им. Чем вам грозит покупка прокси у непроверенных людей? Во-первых, вам могут подсунуть прокси IPv6. Эти прокси не поддерживаются контактом с марта месяца, они стоят дешевле, но при входе вас может постигнуть бан. Далее, что еще? Желательно каждый аккаунт использовать с одним прокси. Да, это немного дороговато получается, но тем не менее, если вы занимаетесь бизнесом в сети, то все расходы у вас отобьются. Если вы просто занимаетесь спамом, то можете спамить без прокси, ваши аккаунты будут уходить в бан. Ну, вы свою цель в любом случае достигнете. Что еще интересного хочу сообщить. В меню функции есть пара интересных фишек, о которых я не сказал. Поиск активных участников группы. К примеру, вы продвигаете какую-то там товарную партнерку или хотите спарсить участников из группы конкурента, чтобы их перетянуть в свою группу. Вы можете задать эту функцию, вставить ссылку на группу. Здесь количество последних постов, которые надо проанализировать, количество лайков, комментариев. Нажмете «Начать». На выходе получите список участников этой группы, которые проявляли активность под этим количеством постов. Далее, что с ним делать, ну, уже, вы уже сами придумаете. Также в меню функции есть еще интересная фишка. Парсинг ID из лайков. То есть, если вы зададите сюда ссылку на запись, фото, видео, то на выходе, вот в папку «Суббот» вам сформируется файлик, в котором будет список людей, которые лайкнули эту публикацию. Тоже достаточно интересно, и применение этому я знаю, что есть. Так, на чем еще я не остановился? Ну, в принципе, я думаю, все, что необходимо, по минимуму я рассказал. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь, пишите. Вы регистрировались по моей ссылке, пишите мне ВКонтакт, пишите Skype. Будем пытаться помочь вам. Если на самом деле у вас есть какие-то конкретные вопросы по работе программы, вы всегда можете обратиться на официальном сайте Суббот. Есть ссылка на Skype-поддержку, а также там есть, по-моему, номер телефона, почта есть. Я в Skype сразу обращался, когда у меня были вопросы. Техподдержка отвечает оперативно. Если день рабочий, то отвечает прямо в этот же день. Если выходной, то первый следующий рабочий день. А на этой приятной ноте я с вами прощаюсь. Долгой жизни вашим аккаунтам. Хороших вам заработков с помощью этой программы и ваших аккаунтов. Подписывайтесь на канал, следите за новыми видео.